Добрый день, дорогие друзья! Компания REST Property приветствует вас в солнечной Турции. Сегодня я нахожусь в Анталии в районе Кони-Алты, микрорайон Лиман, и я приехала сюда для того, чтобы познакомить вас с уникальным комплексом. Это проект от известного застройщика, который работает в Анталии уже более 40 лет и реализовал не один успешный проект. Данный комплекс отличает высокое качество строительства, и вы сами сможете сейчас в этом убедиться. Данный комплекс имеет шикарную зеленую территорию, а располагается он всего в паре шагов от известного проекта «Буачай», который в скором времени будет реализован. Что бы еще хотелось сказать, комплекс также располагается в окружении зелени и апельсиновых садов. Это настоящий оазис спокойствия в центре городской жизни. Ну а теперь пройдемте и посмотрим квартиру. Подъезды в данном комплексе заслуживают отдельного внимания, и сейчас я вам покажу почему. Итак, первое, на что хотелось бы обратить ваше внимание, это отделка стен, она очень оригинальная, также на полу здесь положена мраморная плитка. А вот это проведен природный газ, и что немаловажно, здесь он проведен до каждой квартиры, так что вам необходимо только подключить абонента. Ну а теперь пройдемте в квартиру. Итак, заходим в квартиру, и первое, что мы видим, здесь установлена очень высокого качества входная стальная дверь. Также во всех квартирах в данном комплексе в прихожей установлен вот такой встроенный шкаф. Ну а теперь пройдем в гостиную. Как я уже говорила в самом начале, данный проект отличает высокое качество строительства, и это видно, в принципе, сразу, как только мы попадаем в квартиру. Что касается отделки, то на полу здесь у нас постельный ламинат, стены частично покрашены моющейся краской, а частично здесь наклеены обои. Установлены двойные стеклопакеты немецкого производства, и также во всех комнатах установлены кондиционеры фирмы Daikin. А теперь я приглашаю вас пройти со мной в кухню. К слову, сейчас на данный комплекс действует очень выгодная акция. В подарок, если вы приобретаете здесь квартиру, вы также получаете 6 единиц бытовой техники. Причем вся бытовая техника марки Франки, а это, как вы знаете, синоним качества. Итак, посмотрим, что у нас здесь есть. Конечно же, есть у нас здесь газовая плита, есть духовой шкаф, вытяжка, стиральная машина. Здесь также установлен холодильник. Ну а что касается самой кухни, здесь вся встроенная мебель очень высокого качества и очень приятных оттенков. Верхняя часть у нас в белых цветах, а нижняя часть цвета какао с молоком. То, что это проект класса люкс, видно практически во всем. И когда мы заходим в спальню, мы видим здесь на стене очень много выключателей. Все дело в том, что здесь все автоматизировано. Здесь не только включается свет, но также поднимаются автоматически роллстаны, которые установлены на всех окнах. И хотелось бы отметить еще один момент. Здесь установлены в прихожей датчики света, которые реагирует на движение и автоматически включает свет. Конечно же, во всех комнатах установлено как точечное, так и центральное освещение, а в хозяйской спальне у нас есть отдельная гардеробная, которая заслуживает отдельного внимания. С балкона данной квартиры открывается вид на апельсиновые плантации и на горы. К
Как я уже говорила, в этом комплексе есть буквально все для прекрасного отдыха и постоянного проживания. Например, сзади меня располагается открытый плавательный бассейн. Это самый большой бассейн в Коне-Алты. Его не сливают даже зимой, а в холодное время года он подогревается, так что вы сможете купаться здесь даже зимой. Ну а что касается других удобств инфраструктуры, здесь есть фитнес-центр, здесь есть сауна, здесь есть площадки для детей и многое другое. Ну а более подробную информацию о данном комплексе вы, как всегда, найдете на нашем сайте www.restproperty.ru. Ссылка находится под видео, а также не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Новые видео в эфире с понедельника по субботу.